Ну, эта куча мала. Разумеется, тут кое-какая корректировка. Это вот глинская яшма положена. Ладно, время дойдет, я ей займусь. Халцедончик. Это икренный камень. А вон их тут несколько. Ой, падает. Это вот мусковит на кварце. Ну, пока отложим, посмотрим, что там. Это тоже то же самое. Мусковит на пегматите. Тут и кварц, и мусковиты. Ну, чтобы резец больно тяжел. Не знаю, сколько. Килограмма 4, это точно их будет. Чуть не падать. Это богатое болото. Письменный гранит. Очень даже интересный. Вот их те глипты кварца идут, а вот они в сечении. Вот здесь вот. Интересный образец. Это тоже образец. Тут и мусковиты. Вот дымчак кое-где. Богатое болото. Это барские ямы. Это тоже яшма глинская. Вот она с такими разными переходами. Ну, это, наверное, образец килограмм 30. Полегче. Вау. Яшма на другого цвета. Забыл, что кварц щетка небольшая такая, тоже тяжелая. Тут какая-то медная зелень с медно-руденского. В общем, ладно, решил еще пополнить. Это с богатого болота. Вот здесь вот кварчик. Но видите, он кристалл неясно оформлен. Поэтому сюда его. Это крокоид первомайска Зверевского. Тоже сюда же. Еще крокоидики. Ух ты, вот этого я не видел. Нет, пожалуй, я сюда обратно домой заберу. Это тоже крокоид первомайско-зверевская. И это первомайско-зверевская, только другая подложка, немного с кварцем. Крокоид. Это халцедон ижиковский. Показалось, что гранат там. Вот это тоже с Южакова в кучу. Южакова. Первомайска Зверевская.
крокоид. А в таких вот жилках узких там золото добывали. Так, а тут что? Понятно. Ну непонятно, что это, и бог. Барские ямы. Вот это с Малышева, но я не знаю, что за. Что за вот это такое красноватое? Отложим. Там берильчик. Не знаю, что. Ну, это медная зелень. Меднорудянская. Хризокола. Это слюдит. Возможно, берильчик там. Это побеги. Побежалости такие, примазки крокоида. Это халцедоновая корочка сверху. Вот. Это небольшой образец халцедона. С корундовой жилой. Он вот такого примерно цвета. Кое-где встречается даже ближе к малиновому. Где еще что тут? Кварц. Кварц с мусковитом. Это тоже кварц откуда-то, уже не помню даже. И коренной камень. Это не знаю, что за порода с Малышевки. Но это гранат в кварце. Мелкий-то вот он чистый. Почище, а крупный-то он не такой уж. Это с Горбуновского. Включением асбеста. До любителя кабошонов. Так, ну ладно, пока. Вот еще маленькая ведерко тут. Кварц. Халцедон. Ну, это надо отмывать. Этот уже кварц откуда-то. Халцедончик. Тут что-то половидное просматривается такими прожилками. Это с Меднорудянского. Медная зелень. Графический пигматит. Крокоид. Ну, в общем, все тоже. И же с ними. Осталось только здесь клумбу сделать. Альпийскую горку. Да, вот это тоже меднорудянка. Малышевка. Так, а это что? Это что-то
какой-то кварц, то ли аметистовидный, то ли дымчак слабый. Это уже кварцик. Крокоид сидит. Надо дома посмотреть. То вывалю сейчас. Нарушу все образцы. Вот какой халцедон извертело, как его на Липовке. А это несколько образцов кварца. Кварцевых щеток, точнее. Вот это образец щетки с хрустальной горки Костоусова, а это образец щетки с копи гема Шайтанка. Солнца нет, поэтому они не так блестят. Это тоже копи гема Шайтанка. И это Шайтанка. И это Шайтанка. Только с другой части. Копи гема. Но видно по кварцу. Там гематит, что ли. Ну это вот. Кристальчики внутри. Кто-то спрашивал в интернете, как жилу искать. Но вот если такое увидите, то вперед. Вперед и вглубь. А там найдете то, что нужно вам. Ух ты. Стихами заговорил.